Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Мой сад». И сегодня вот так. Мы уже в теплице. Ну, в теплице мы только на день. Только на день. А в остальное время мы опять дома. И сейчас у нас температура на градуснике. Я покажу, какая. И покажу, что я выношу уже, наверное, третий или четвертый день на день в теплицу. Вот. Вот такие посевы. И вот 21 градус. Вот висит у нас датчик. Дома я вижу, конечно, сколько температура у меня в теплице. Вот так вот. Вынесла петунью, конечно, только петунью холодостойкую. Я думаю, можно выносить еще и вербену. Ну, бегать не хочется туда-сюда с этими ящиками. Конечно, мы их накрываем, потому что когда я их выношу, на улице минус 15. Вот, по такому морозу я их несу в теплицу. И заношу тоже уже там минус 10. Но зато все-таки солнечный свет не сравнится ни с чем. Здесь лапки они подогнули, потому что, как я и занесла вчера домой в 6 вечера, так больше под подсветку не ставила. И, конечно же, им света мало. Они подгибают листья. Когда будет света достаточно, тогда ваши растения будут просто вот эти листочки прижаты будут. Прям вот так расправлены и прижаты. И лапки вверх тянуть не будут. Это значит, что им света достаточно. Ну вот так. И здесь тоже, видите, да? Вот подопустили они их. Ну ничего. Посмотрим, что будет вечером. Сегодня солнечные ванны на часов 6 минимум этим растюшкам обеспечены. Здесь вот плоховато. Вообще в этом году как-то с петуньей плоховато, я вам хочу сказать. Многие семена не взошли. Вот. Или взошли редко. Но вот эта махровая. И она была приобретена еще года 3, наверное, назад. Ну, честно. И вот посмотрите, как она замечательно взошла. Вот. А вот здесь вот совсем саксис бургундия. Вроде как и взошла. Вроде бы как-то тут она пыталась выжить. Но распрямиться и показать зеленые листики она не смогла. Хотя рядом с ней дадди. Это в сеточку. Тоже семена. Я скажу, не свежие. Им уже года 2-3. И так замечательно всходит. А вот этот саксис бургундия была куплена в этом году. Оп, целости, знаю, где я покупаю. Ну, вот так. И кто-то говорит, и магазины. С магазинами вообще тяжело, вообще не всходит. Ну, ничего. И сейчас я пойду в другую теплицу и буду сеять последнюю партию кустовой петунии. Пушечка вот такая. На 2 киловатта. Уже стоит. На вечернее время она обогревает теплицу. И сейчас будем пенить ее. Опять запенивать. Уже тут видно, 2 года подряд пенили. И сейчас опять. Ну и опрыскиватель у меня здесь всегда под рукой, потому что на ярком солнце. Вот, опять 22 показывает наш градусник. Растения, особенно в торфе, быстро пересыхают поверхность. И самое главное сейчас, как сказать, их выничить, поставить на ноги, чтобы они уже были вот такого размера. Корневая тогда будет более крепкая. И не так будет страшно оставлять их уже на 2-3 часа в одиночестве. Вот коробочку от тепловой пушки еще не убрали. Вот такая она. Цена у нее около 2500. Поэтому пока только вкладываем. Вкладываем и вкладываем в наш небольшой семейный бизнес. Так. За техническую часть, конечно, у меня муж отвечает. Ну, а все остальное это моих рук дело. Так, что мы будем делать? Сейчас будем вскрывать мешки садовой землей. Вот, хочу в нее посеять. Те петунии были посеяны в Нева торф. Ну, что-то было бы достаточно света, было им так хорошо. А так, мне кажется, им кисловато там. Так, это пленка для заматывания ящиков. Это подстилки в ящике еще с того года. Так, ну вот стеллаж уже убран.
Тут вот это корм для кроликов. Кролики будут у нас в мае месяце. Будем убираться дальше. Ящики, 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 ящики. Ну так, самые чистые, самые новые выбрала для посева. Ящики я заматываю на 5-6 дней пленкой и не вскрываю их после посева, не проветриваю. Это моя технология так выращивания, проращивания петунии кустовой из семян дрожжированной. Поэтому все выбираем самое чистое. И вот эти даже пакетики были постираны в стиральной машине. Ну, честно, вот так, то все было чисто и ничего не пропало. Так, ну а я буду сейчас заколачивать гвозди у этих ящиков и готовить их к посеву. Ну вот, буду работать в теплице. Вам пожелаю тоже хорошего настроения, рабочего настроения, чтобы все спорилось, ладилось, чтобы быстро все получалось. Вот так.